Вот как. Привет, друзья. Тут такое дело. Во-первых, я вам скажу свой афоризм: хороший поступок, хоть даже самый маленький, полезен для всего мира. Это первое. Второе, я вам скажу насчет личных отношений. Вот у меня есть знакомые, это две женщины. Они в ссоре уже несколько лет. Но я хочу сказать, что каждая из них, когда им предлагается поздравить друг друга там или еще что-то, там важные события происходят, ну напишите там письмо, поздравь. Нет, нет, никогда, потому что она сама виновата, никогда на меня не реагировала так, как нужно, и вспоминайте всякие причины, да, по которым никак нет, не наладится. Хотя, в принципе, каждый раз, когда происходит какое-то событие, каждый из них ждет, что другой обратится с поздравлением. Ну, к примеру, да, вот. Я просто говорю о том, что любые личные отношения, они всегда решаются на двух уровнях. Ну, уровень эмоционального реагирования, и есть уровень объективного реагирования, то есть высокий уровень. Это уровень по существу победы духа. Это уровень, когда ты, чтобы взлететь на эту высоту, должен так глубоко погрузиться в себя искренне и там поговорить с самим собой. Потому что народная истина давно гласит, что если люди поругались, то виноваты оба. Всегда оба. Просто один больше, другой может быть меньше, но в принципе это не имеет значения. Виноваты оба. И поэтому, если хочешь наладить мир, погрузись в себя искренне, поговори с самим собой. Я уверен, найдешь себе причины. Найдешь себе причины, которые могли послужить, если не запальной причиной ссоры, но, по крайней мере, возгоранию этой бури. Да, и вот найдя в себе эти причины, а для этого нужна сила духа. Для этого нужна храбрость и решительность, потому что человеку искренним быть самим собой, это очень больно. Потому что надо там много-много преодолеть препятствий, где надо мужество, хоть ты и женщина, хоть ты даже, может быть, подросток и ребенок. Но только победой духа решаются эти вопросы. Когда ты искренний с самим собой. И вот когда ты там побудешь с самим собой, как на исповеди, и определишься, возьми, не стесняйся, сделай хороший поступок. Потому что хороший поступок, хоть и маленький, он полезен для всего мира. Напиши повинительное письмо. Извинительное, если хочешь помириться. А не жди все время с другой стороны поздравлений и так далее. Не разжигай себе эту бурь. Возьми первое, если хочешь помириться. А ты разберись в себе. Так вот, для того, чтобы взлететь над собой, надо глубоко погрузиться. Искренность. На уровне высокой искренности и решаются все межличностные вопросы, какого бы характера они ни были. Напиши письмо, и ты увидишь. И вы станете дружить и любить друг друга по-человечески больше, чем когда-либо, потому что будете как ангелы, потому что вы общаетесь на высоком уровне духа. До встречи, друзья.